Здравствуйте, Казич. Потасовка. А, точно, началась же потасовка. Хорошо, давайте начнем с потасовки. Так. Канитель на распутье. Вы столкнулись с другим героем, и ваши колоды перемешались. В начале матча вам будет предложено выбрать еще одного героя. Итоговая колода будет состоять из случайных карт двух классов. Ого. А я должен выбрать героя. Так, предположим, что я хочу быть магом. Интересно, мне рандомные штуки дадут? Что я могу? Что я могу наконтрить уже? Какой-нибудь плюс 8 армора, шилд слэм. Плюс 8 армора, шилд слэм. Да, что-нибудь подобное. Хей, поправь за голос стрима, там ведьмак. Окей, сейчас, подожди, я. Ой, прошу прощения. Прошу прощения, уважаемые. Так, здесь, само собой, накрутим музончика. Обычно всякую фигню в картах дают. Так, сейчас, подожди. А, значит, редактировать канал. Анонс. Heart. Stone Heroes of Warcraft. Все, я поправил вроде как. Второй класс друид добавляет в вашу колоду карты друида. Добавляет в вашу колоду карты воина. Ой, воин классный, я могу пинг экзекут. Хантовские карты, это питомец. Не, это борода. Ну, то есть хантовский, хантишка отпадает. Хантишка, господи. Вот. Охотник отпадает. Значит, друид или воин. Мне очень нравится воин на самом деле. Потому что экзекуты там всякие. Пушки. Экзекуты, пушки. Вот шилдслэмы, конечно, будут плохо. Но, в принципе, я могу армор настакать где-нибудь. Он врет, там ХС. Это на Твиче ХС. Обычно всякую фигню в картах дают. Хей, поправь заголовок стрима, там возьмак. Это сделали. Здорово, бас матч бородатый. Вы заметили, как я побрился? Как Амиш. Как Амиш. Вообще просто. Блин, что? Он тоже выбрал воина? Я чувствую острое желание убивать, у меня даже хода нет никакого. Окей. Кто это тут такой сладкий? Сладкий? Все, сладкий, сладкий. Так. Сейчас, подождите, я сделаю. Так, во, экзекутики пришли, собственно, как я и хотел. Королевский поборник. Но я не вижу никаких чуваков с таунтом, я могу... Так что я, наверное, сразу убью этого чувака. Как шкипер. Теперь ты боевой маг. Такие бодяги сыпятся на самом деле. Бодяга форте. Так. Ну вообще, кстати, вар прикольно улучшить может мастера клинков. Хотя на самом деле это, по-моему, полная борода. Колода мусор, ктуновский шлак закидывается без ктуна. Угу. Колоды мусорные, очень жаль, надо было на нормальные. Нормальных карта там. На это, кровь и гной. Экзорцист, ты что, ты дамажишь? Ты такая бредятина. Я все равно в большом плюсе. Так. Настоящий диск-джокей. Это я и мистер Кусака. Кого? Как он сказал, я пропустил, фак. Я не могу это сделать. Так, этого я бить не... Ну... Все-таки пожарный, вдруг он его не хильнет, а бафнет. Чем-нибудь варовским, например, буйством я его тогда экзекутну. Привет, капитан, здорово, Гэнгри Геймер. Всем привет, уважаемые. Представляете, мне на Good Game пришло сообщение. Поставьте 18+. Ой, цепкие щупальца. Ой, плохая пушка. Поставьте 18+, потому что вы ругаетесь матом. Я такой, what? Я, да матом ругаюсь, да быть не может. Подожди, стойте. За Азерот. Он нас азирует. Азазизирует. Так, за Азерот, хорошо.
За Азерот. Это всем пришло. А, всем пришло. То есть, и вам тоже пришло? Ой! Вот это ты жупел. Вот это хорошая карта, ничего не скажешь. Всем пришло это обновление, что теперь с галкой стрим показываться будут. На главной. Ну это, кстати, давным-давно надо было сделать, потому что если это не сделано, то это печаль трава. Понятно. Ну это здорово. Я дома там, да вы охренели, да. Единственный плюс, что может попасться животик и остальные ребята из Нексромаса. Сейчас это апгрейд какой-нибудь. О, еще едок. Блин, какая пушка страшная. Ну, правда, она стоила 4 плюс 2 плюс 1, 7. 4-3 пушка за 7. О, хорошо. Мне очень нравится вот так вот сделать. Поставить сразу вторую жабку и вот вообще поехать. Вот так вот из-за гнома на ГГ разрешили маты. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что это из-за гнума. Эта штука обсуждалась очень давно в конфе ключевых стримеров. Это надо было давным-давно включить, как бы, потому что, как бы, ну, подстраиваться-то надо. Подстраиваться-то надо под то, что происходит. Так, это будет 2-3. Ой, подожди, я могу еще. Каждый раз, когда умирает существо противника, призывает в нашу сторону или про гнома. Нет, по-моему, фигня полная сейчас пока что. Я сделаю вот этого и вот пятерку. И просто поехали. Бам, бам, бам. Хотя там броулы могут быть. Зря экзекут потратил. Не знаю, мне нравится. Блин, честно говоря, знаете, что может быть мастер клинков должен... Может быть, это мастер клинков у этой пушки должен давать плюс один, плюс один. Тогда она... Не, и пусть, чтобы она была 1-1, и он давал ей плюс один, плюс один. То есть это будет бесконечная вообще фигня. Ничего себе, ты рисковый. Вот это я понимаю риск. Да, вот это... Ой, да ты еще и пушку пропустил. Настоящий диск-джокей. У меня, кстати, летал-то был. Да, и был летал еще вдобавок. То есть вообще там все печаль, трава. Если бы интересная тема, то еще бы 2 года мы солили. Если бы не интересная тема, то еще бы 2 года мы солили бы эту тему. Так, она на самом деле интересная тема. Она очень вопреки расхожему мнению. Так, давайте сейчас с магом сыграли. Попробуем, я не знаю. Что-нибудь такое, не, такое вообще бешеное, типа охотник приз, что вообще, как бы, как правило, не синергирует совершенно никак. Давайте попробуем охотником, да. Такая ситуация, что как бы... Подожди, а какая интересная тема? Покажи мне ее. Я просто не видел этой темы на форуме, где это бузилось. Я знаю просто, что Гнумень был недоволен штукой из Good Game, и сделали... CD Projekt наглые лгуны. Ничего себе. Там не 30 часов геймплея, там больше, я устал. Трагедия, трагедия. Так, мне дали питомца. Я думал, может быть, мага взять, как раз таки, как второго как второй класс. Например, девочек, удешевляющих питомцев, можно будет брать. Сегодня ЕГЭ по матеше писали... Охотник приз, тиранда? Добавляет ваши карты колоду чернокнижника. У него вот чернокнижные карты будут. О боже. У меня будет рога маг. Рога маг воин. Рога известны своими. Ассасинейты, висерейты, темпочки всякие. Может быть там ассай-севены всякие. А, вот, воин дает. Ну, воин, наверное, дает тоже пушки плюс экзекуты. Мне не очень кажется правильно. Маг. Маг, не знаю, скорее секреты дает. Я думаю, что рогалика надо брать. Угу. Я взял второй класс рогалик. Коин 3-2 стоит делать? Я думаю, пока нет. Ты жесть, как долго проходил первого ведьмака.
Да, я помню это. Щеедов надают. Ну это, кстати, видишь, это не проблема, это вполне нормасик. И будет у тебя яд без пушек. Я же охотник, у меня должны же быть какие-то луки. Лук намажу ядом, ребята. Лук намажу ядом, а не стрелами буду стрелять. Не, лук на яд на тетиву намажу и буду, когда натягивать, у меня будут раниться пальцы, я сам буду отравляться. По-моему, изи. Шивчик. Слушай, а давай-ка вот так вот сначала. Так, мне очень не нравится этот секрет, я не знаю, какой он, заморозка или что? Или как? Если это будет бдыш, то я его сейчас обману очень прикольно. А, это убийство товарища, да? Да, это убийство товарища. Ну, хорошо. Ну и хорошо. Полный ад, когда берет дополнительно чернокнижника, ему падает от течения тьмы, он метаморфится еще в кого-нибудь другого. Ха-ха-ха. Ой, это, кстати, с удешевлением. Это, кстати, да, это прикольно. Охотник, шаман, пацаны 7-7, львы 6-5. Вполне неплохо, кста. Кста. Так, мне, в принципе, лазурный дракон сейчас, наверное, даже ни к чему. Я могу сделать питомца, я могу сделать шиф. Ой, что-то у меня все такое вялое, друзья. Вялое-привялое. Давайте попробуем хотя бы лазурного дракона сделать. Хухурмен. Вот, да, неископаемый ящер, да только никого с десератлом это и нету. То есть, как бы, этот ждет десератл, этот ждет десератл. Десератла нету. Блин, у него корона, я никогда не замечал. Какая она жуткая. Что тут у нас? Так, мне бы Хафера сейчас, дорогие друзья, иначе я не знаю, как с ним вообще драться. Драться, бороться. Да, в принципе, реально неплохо. Надо искать другие карты, потому что то, что у меня есть, это полная борода. Сашка сдал экзамен по британской истории. Как сдам все, жди гранд-донат. Ну ничего себе. Мои поздравления, антишатрат. Только смотри, британская история. Ты почему, ренегат, британскую историю сдаешь? Что за дела? Вообще, где справедливость-то? Ой, еще и Тандрарина, еще и Лесной Волк. А, черный археолог же раскапывает карты. Да, зря я взял рагу, ребята. Пока что ни одна из этих карт вообще ничего из себя не представляет. Что тут у нас? Убивать. Господи, боже мой. Нашел пушку? Ну да, призрак звериный гнев на колодце света. Прист, друид. Звериный гнев на колодце света. Это трэш. Ну, звериный гнев, это правда хантовская карта. Ты, наверное, имеешь в виду Savage Roar. Здорово, с началом лета тебя. И тебя. Откуда карты роги? Это потасовка такая хитрая. О, чарж медведь. Какая боль. Какая боль. Меня ограбили. Ну, получается, летал-то пропустил. Так-то. Так-то летал пропустил. Так, ладно, это была совсем плохая штука. Еще у меня предсмертный хрип здесь, господи. Ни одного юнита с предсмертным хрипом нету, а предсмертный хрип. Ты приболел, что ли? Да нет, все у меня хорошо. Это ты шуршишь? Нет, не я. Если шуршение какого-нибудь вот такого, то нет, это не я. Ладно, это я шуршал. Так, давайте попробуем друида.
Блин, у друида, кстати, интересно. О, у друида... Не, подожди. Рога. Рога классная с друидом. Нет, подожди. Фигня полная. За северных волков. Может быть, попробовать приста с паладином? Мне дадут запрет на исцеление, и я попробую под ауки Найка его засодомировать оппоненту. Не ты, но не делай так, пожалуйста. Хапач рога как основной персонаж неплохо, а как доп не очень. Я хочу попробовать сейчас реализовывать сильный дамаг с хила. Ты выглядишь и разговариваешь, как только что проснувшийся человек. Да это просто отеки под глазами, чувак. Если бы не они, то такой фигни бы не было. Я проснулся давно. Просто плохо выгляжу. Просто дерьмово выгляжу, братан. Вот все тебе. Если дадут карты тлен. Друид и хант равно эпик звери. Хант друид норм. Хант плюс друид топ зверодека. Вот, мне дали уже круг исцеления. Второй класс разбойник. Вар будет нам... А, так мне... Мне даже не дали паладина. Фак. Мне дали охотника. Ладно, давайте тогда маговать. Охотник у нас что дает? Питомцев дает? Питомцы классные. Питомцы классные, дедлики классные. А маг дает? Маг дает удешевляки. Удешевляки, наверное, секреты. Наверное, второй класс охотник пущай будет. Исчадие теней. Хреново выглядишь, я понял. О, я выиграл на связке воин и паладин. У всех одно хп и гуля топчик. О, это реально неплохое комбо-вомбо так-то. Так, это роговский пират. Одноглазый плут. Интересно, он попытается мне лицо разбить или разменяется со мной? Маг дает факелы. Ну, блин, факелы просто всем классом закатывают на самом деле. Какая тебе разница? Берешь мага и ждешь, пока тебе пироблаз завезут. Ну да, а 20 урона как тебе наносить? Так, 4-1 решил. Исчадие теней или святая защитница? Ой, святая защитница, реально святая женщина. Так. Привет, такая проблема. Очень сильно нравится девушка. Приглашаю ее погулять, а она всегда отнекивается, типа занята, хотя каждый день смотрит на меня, делает комплименты, глазками играется со мной. Что делать в таком случае? Ну, растопи, растопи. Сделай ей предложение, от которого она, ну, просто не сможет отказаться. Не прибедняйся, ты всегда секас. О, да. О, хорош. А у Кинаечка затянулась. Так, носит 4 героя каждому герою. Это здорово, кстати. Потом похилимся. 4 единицы урона каждому герою. Блин, вот еще жуткое. Жуткое еще для теней. Жуткое. И сколько вам лет? Ну да, такие по 13. Такие, бусечки. Сладкие пирожки. Просто сладкие пирожки. Такие, не переживайте, куда сай. Ой. Ой, Лёшка, ты сегодня так хорошо выглядишь. Ой, домашка, ну хватит тебе. Гаси свет. На тебе, гад. Взял свою тяжелую пушку, вот тебе двадцатник. ХП оставлю. Надоело Mind Games. Коля, а когда ты меня уже когда-нибудь позовешь? Ну, Машка, побери лопаточку, пошли копать. Какая прелесть. Так. Что ж лучше, открыть второе крыло Лиги или Паки? Ну, в зависимости от того, если у тебя совсем ничего нету, то Паки, а так... Нифига себе, 2 раза назад за работу, что ли? Ой, а что ты убил этого чувака, он? Он, по-твоему, прям даже лучше, что ли? Ты боишься, темноты?
Бальчик. Я могу, в принципе, цахнуть вот так вот даже вот сделать. Вообще просто безумие. Insanity. Do you know true definition of insanity, Jason? It is a Tatao, puffet of a warrior. Tatao. Tatao, Jason. Tatao. На тебе еще девяточку. У тебя и пушка пушкой будет неохотно махать. Вполне. Игру разума. Mind Games Easy. Не знаю, что Mind Games Easy. Смотрите, раздавака какая. Прям классная. Так, вы столкнулись... Так, хорошо. Приз окей. Шомен. Шомен Мак. О, Шомен Мак. Это у нас будет этот Elemental Shaman. С потасовки выпал над Пегл. Ну невероятно! Это невероятно! Вот так вот надо. Хапа играет жрецом и магом. Вопрос, какого черта ему завозят хантовского пастуха? Не, я не жрецом магом, я ханта выбрал. Как можно быть таким отвратительным? Ой, безумный служитель, ктуновские карты. Халазил зато есть. Ой, халазил? Ой, да ну что, у меня в деке есть халазил. Подожди, а мне не факт, что мне не факт, что дадут вообще мага. Чего я сразу планирую, это там всякое. Пушку дали, исцеление дали. Мне же сейчас как не дадут мага, я вообще в попу пойду. Реально, я только сейчас попробую мага с препами. Второй класс охотник. Хорошо. У меня второй класс... Ага, вот, да. Второй класс паладин. Второй класс воин. Второй класс чернокнижник. Мне что-то кажется, что чернокнижник неплох. Земной шок. Пока фигня. Сколько побед на арене в среднем? В смысле, сколько в среднем делаю побед? Хей, хапа, хэпа, хапа, хей. Да как оно? Здравствуйте, хорошо. Так, тут нет хорошей тройки, поэтому пока что пушкой откинусь. Если это будет СПД, то, возможно, стоило бы земной шок сделать. Так, сейчас, подождите, мне надо тут позакрывать всякое. Сейчас я приду. Ребята, вы только поглядите, кого я нашел. Я нашел сэра Джошку Москингтона. Сэр Джошка Москингтон спал. О, механическую пушку дали. О, это прикольно. Давай, она классная. Она сразу убивает чувака. Стул стримит. Как комбо. Да, хорошая комбо так-то. Сэр Джошка Москингтон. Что спящий? Спящая собака. Ой, ой. Куда? Куда лезешь? Вечность говорит, кстати, моим голосом. Ой, можно еще с сэром Финли поменять херобилку. Ну, кстати, мне шаманская билка здесь не особо, по-моему, топит. Подожди, я понял, что я олень. Подождите, ребятульки. Пушка же сейчас будет стрелять по... По этому чуваку. Хотя я могу, знаете, вот так вот сыграть очень хитро. Вот это вообще я жесткий тип. Видали? Видали Mind Games? Смотрите, сейчас в него попадает. Видели? А знаете почему? Потому что вообще не знаю почему. Просто не знаю почему. Просто мне не должно было повезти, а мне просто повезло. Такой я халявщик. Выстрел кобры. Отвратительная фигня.
Так, пушка будет бить юнита. Блин, пушка скверная, плохая. Скверная. Пушка скверная, скверная. Скверная пушка, скверная. Блин, как же ее разменять-то? Может быть, потымпануть вообще тогда вот с этими мелкими картами? Или побежать лицо разбивать? Не, подожди, а вначале у нас не являющимся механизмом существу. Блин. Уж это борода-бородинушка. Чё делать, не представляю. Так, хорошо, давай вот так вот пока. Вот так вот. Тем временем, на мой канал подписался Сполохов. Спасибо большое, Сполохов, за поддержку. Вот тебе, брофист. Тш! И обнимашки. А! Хорошо пошло. $5 клаб. О, кстати, у меня глаза, да, страшные, я могу вот так вот делать. Все, теперь никто не видит моих синяков. Все думают, что я крутой. Просто крутой. Ладно, нет, конечно же, я не крутой. Кстати, он хантовские карты. Выкладываю свою карту охотника за каждое сыгранное на этом ходу спел. О. Это, кстати, неплохо. Ничего себе, вот это да. Какая досада. Он выдыхает, так еще чувствуете? Чувствуете, выдыхает. Так, давай-ка вот так вот тогда. И вот тебе. Можно, кстати, убить его. У меня, в принципе, мехов больше нету. Почему бы не потратить Фериваракс? Вполне нормально. На следующий ход я смогу Болдербро поставить. Теперь мы на шаг ближе к новым смайлам. Да. Да, совершенно верно. Сполохов, спасибо тебе большое за поддержку. Welcome to $5 Club. Не забудь. Это наксромасовская говнилова, ненавижу тебя. Во имя света. Так, ладно, все равно не буду делать. Хотя я могу так пьем за 3 кристалла. Пьем, а ходить-то будет больше нечем, поэтому пью плохо. Ладно, пока что я был добром. Так, не забывай заказывать тричанские, конечно же. Мне еще кукурузка. О! Нифига себе. Так, стопе. Это та самая жуткая фигулина. Огромный песчаный червь. Блин, огромный песчаный червь хорошо закатит с рогой. На нее консил на огромного песчаного червя сделать, он вообще будет классный. Так, тут у меня что есть? Блин, он 8-8 за 8, он такой сильный. Пришлось 2 карты отдать на него, представляете? А где гифка за саб? Слушай, я не знаю, она куда-то... Ну, она есть, просто багует. Она все еще есть, она все еще с нами. Тебе не остановить истинную орду. Так. Справедливости ради. Хотелось бы отметить, что Пелтрас надо убивать. В худшем случае саленсить. Но покуда у Приста, который перемешан с Хантом, нету хорошего способа наносить единичку. Я думаю, вот этот ход хорош. Вопрос в ходе номер 2. Что делать далее? Потому что это пока неочевидная фигня совершенно. То есть я могу похилиться. И, в принципе, могу затаунтиться, чтобы, типа, мол, не так много получать. Хотя мне, в принципе, вот этот таунт потом можно будет с Малганисом сделать, и он сразу станет 3-5. Вот. Тем временем, Лиски Парис. Первый раз за год, Деначу. Очень люблю твои стримы. Удачи. Ага. Вот видите, почему-то сбились эти штуки. Совершенно непонятно мне, почему. Потому что они, короче, прогружаются поначалу как-то плохо. Это очень плохо. Спасибо большое, Сполочев. Ты же Сполохов или Сполочев? Блин, вот будет обидно, если ты Сполочев, а я тебя назвал Сполохом. Сполоховым. Ну, вот странно будет, короче. Что-то странное. Вижу цель. Теперь он может своей херобилкой стрелять куда хочет. Вот да-да. Я Малганис и я печень. Так, мне кажется, что здесь надо... Так, здесь так.
здесь так. Мелкого холопчика сделаем или не надо пока? Ну, типа, добить дополнительное ХП, а то у меня будет что-то... Вот так вот. Это же не демон, да? Да, это даже не демон. Можешь крикнуть Аллаху Акбар, пожалуйста? Нет, спасибо, это странно будет. Да, давайте пока так. Давайте пока так. Имею в виду, сколько побед из 12. Да, блинский, хороший у меня винрейт на арене. Больше, чем семерка. Похилить огра нельзя было? Вообще, можно было. Но мне жирный демон нравится. Его же убивать надо, а теперь еще и Малганиса убивать надо. А теперь еще и 3-5 жирная. Почему у тебя оборотка, как у террориста? Почему сразу как у террориста? У меня как у Амиши бородка. А какая должна быть борода? Ну, она вот такая вот, подстригся как смог. Что вы ко мне пристали? Я старался. 9-7. Молод сумерек. Кикирую. Кикирую. Блин, странно, что молод сумерек на самом деле стоит пятерку. Он должен стоить, по-моему, четверку. А за год Рисаба пистолетово ставишь? Так, еще и пистолетово тебе поставить. Так, давайте сыграем последний раз. Давайте друидом. Посмотрим, может быть, хант заролится. Так. Первый раз за год доначу. Очень люблю твои стримы. Удачи. Сполачев. Спасибо тебе, Сполачев. Не-не-не, давайте нормально. Давайте нормальные треки заказывать. Ребятули. Так, сейчас мне... надо... Сейчас, подожди. Оповещение. Так, вот. Загрузить, удалить. Дайте мне... Это будет сейчас тестовое оповещение. Все, работает. Работает, все. Так, my subscribers. Да, my subscribers. Не-не-не-не. Dashboard. Alert box. Сейчас, это все. Так. Стул поди замеженный, мухопед. Вот так вот, да, значит. Шутки про... То есть, я действительно... Ты действительно хочешь сказать, что я дагестанской или какой-нибудь там арабской внешности? Серьезно? Ты посмотри на меня. Да меня даже в русской тюрьме бы Белоснежка звали. Так, раздражатор, живые корни. Ладно, раздражатор, окей. Кто-то такой, верни нам хапу. Громче и дольше. Что за музыка сейчас играла? Так, сейчас, подожди, алертбокс. Алертбокс, значит, тест, subscription alert. Все, видите, все хорошо. Все нормально. Все в порядке. Ибн Хапет. Вы запарили? Стоит мне одеться как Амиш? Стоит мне сделать бородку как у Амиша? Так, хорошо. Ледяной ярости. Вот это плохо. Два обсаженца 1-1. Внешность — это стереотип. Сейчас смертников вербуют на месте теракта. Что? Откуда эта информация? Откуда эта информация? Откуда? Кто вы такой, молодой человек, чтобы располагать этой информацией? Джоша, слышал, да? Смертников вербуют на месте теракта. Ага. Иди, самый верный способ не запалиться. Сразу приходят такие, я прям чувствую. Опа! Кого мы сегодня завербуем? Понятненько. Ну, у нас уже бомбы с собой.
О, здравствуйте, вас зовут какая-нибудь там, я не знаю, самое русское имя и самая русская фамилия. Иванова Екатерина Михайловна. Иванова Екатерина Михайловна, у вас проблемы в семье? Не хотите взорвать себя за сотку? Или Иванова Екатерина, да. Да, надо бы взорвать братский самолет, потому что пришли два хрен знает кого и завербовали меня. Причем в день теракта, да, просто вот реально в день теракта. Я... Серьезно? Серьезно, братан, ты реально несешь эту пургу? Серьезно? Вот это просто... Не, понимаешь, и ладно, люди, которые этот бред инсинуируют на каких-нибудь там своих альтернативных форумах, сайтах. Но ёпрст, ты это, видимо, где-то прочитал, поверил в это и пошел нести эту пургу дальше. Жесть, просто жесть. Это даже не теория заговора, понимаешь, в Бога легче поверить, чем в это. Ага, вербуют же за один день. Да, действительно. Человека не надо подготавливать к тому, что он сейчас пойдет и убьется. Нет. Большинству людей это дается вот так вот. Раз, два. Че там, обмотал себя взрывчаткой, проорал Аллах Акбар и убил. Ну, какие проблемы? Это все делается... On the fly, так сказать, это делается. Да, братан, да. На месте теракта. Прям подсаживается к тебе человек. Даже нет, даже просто к тебе в самолете просто подсаживаются. О, здравствуйте, куда вы летите? У вас в жизни все плохо? У меня тут немножко взрывчатки завалялось. Не хотите? Вот это трэш, братан. Вот это трэш. Вот много всякого говнилова слышал, но вот это, наверное, перебор просто. Просто ибн перебор. Так. Хотим ли мы запретное древо после этого сыграть? Так, врасец раз. Этого чувака ждать не надо. Кислотная утроба уничтожает любого юнита. Не, мне нет, не нравится. Давай. Давай четверку какую-нибудь хорошую. Хорошая четверка. Хорошая. Ой, неплохо. Плохо, плохо, плохо. Хаюшки, что ты, мне кажется, фингал скрываешь? Да нет, все, у меня просто опухшие глаза, потому что я наркоман. Эй, Игнорчик, песенку «Ленинград», радиоприемник, я свободен. А ты часть истинной Орды? Так, «Ленинград», радиоприемник, я понял тебя. Хранитель чаще. Чё-то мне ничего не нравится. Давай-ка его покусаем разок. Сегодня смотрел запи... Мы когда-то обсуждали твой рост, ты сказал, зато меня... моя жена вот это услышала, горло сказала, бедная его девушка. Конечно, это трагедия. Уничтожать любой другой существо, который получает урон. О, это нормас тема. 7 огоньков, 1-1. Уа-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Здорово, что-то у тебя рожа уставшая. Мне Гоцрейш вчера дал разрешение не приходить на стрим, говорит, что ты будешь уставший. Потому что играл со мной до 3 ночи. Говорил, ну пойдем поиграем. А я чё, я же не могу бросить братана в беде. Пришлось играть. Пум-пум-пур-пум-пум. Блин, зачем ты плюешься-то в каждого юнита? Амазон должен не играть? Пока да. Привет, ты не знаешь проги на арену вроде Арена Вэлью? Ну, Арена Вэлью чем тебя не устраивает? Здорово, как жизнь? Из-за того, что у одного уже сегодня ДР, говорит, стелс пехот. У тебя, шоль? У тебя, шоль? А? Пехот. И в лицо сейчас плюнет.
Шуми юрбупс хапа. Тебе тут Абдулла просил передать, что ты и... Да, кстати, он может пингануть в любого юнита моего и убить мне его таким образом. Это интересное кинцо. Это интересное кинцо. Если я здесь вот так вот сделаю... Смотрите, я могу сделать так, потом так, и здесь 7 гномов. Только они будут, само собой, их будет мало гномов. Комбосик-вамбосик. Играет ли братец этой змеюки? Он, кстати, играет куда больше, чем эта змеюка, потому что эта змеюка, как видишь, очень провальная. Он, например, сейчас вот за Хладар, он мне все убивает. А я буду расстроенный сидеть. О, этот чувак, кстати, вполне вероятно может... Так, в начале вашего хода атака это существо становится равна 7. Ага. На пустой стол вот такую пятерку поставили. За какой класс и расу играл в WoW? Маг Undead и Undead Priest. 21 стукнуло. Стелс-пехоту? Дорогие друзья, уважаемому пользователю Твича стелс-пехоту, сегодня стукнуло, вы не поверите. 21. Он теперь совсем старенький. Может уже даже... Может, я его уже даже могу на колешки взять. Стелс-пехот, с днем рождения. Вот тебе, бруфист. Тш, обнимашки. Будь здоров. Расти большой. Конечно же, не будет лапшой. Ребята, соли ему с Твича насыпьте, конечно же, как следует. И тортиков с Гудгейма с леденцами пососать. Он же с Твича, в конечном счете, как иначе. Я считаю, что на этом с потасовкой можно закончить. Пойдемте аренировать. Лего? Где Лего? Леги нет. Редкий пак за 40, или как там его называют. С Годсом в дотку катаюсь.